for you? We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlight ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Гелі для душу Аксаполло та Deep Space. Прийми душ як герої. Ну что же, добрый день, уважаемые зрители, поздравляем вас всех, потому что он подходит к концу регулярный сезон 11-го, регулярная часть 11-го сезона Star серии, и сегодня последний, возможно, последний игровой день, но, скорее всего, нет, скорее всего, этот день не будет последним, потому что весь этот дурдом вверху турнирной таблицы сегодня развяжется, распутается, и... Опять-таки, я сегодня писал в Твиттер ссылочку, где можно посмотреть все возможные варианты исходов. И опять-таки, ближе к концу сегодняшнего дня, наш главный судья-экстримщик будет сидеть и копаться вместе с командами в регламенте и, собственно, определять, как же закончится у нас регулярная часть Star серии. В любом случае, действительно возможен вариант, при котором 6 команд Lions, Secret, Hellraisers, Virtus.pro, Polar Empire и Power Rangers наберут одинаковое количество побед и поражений. Ну и там будет уже считаться личные матчи, переигровки и много-много всего. Но, может быть, так и не будет. Но начинаем мы день с матча Альянс Нави, матча, который, в принципе, не... важен в плане распределения мест в финале. Но матч, который, конечно же, интересен. И в первую очередь, потому что это Na'Vi Альянс. Как бы, я думаю, лишних анонсов к этой игре не стоит добавлять. Составы на ваших экранах. Да, мы видим никнейм у Адмирала Бульдога. Очень крутой стенд-ин написано на Адмирале Бульдоге. Просто, чтобы вы понимали. Поэтому его в игре нету. Так же, как и стенд-ин написано у Мизери, который уже в составе Секрета. Ну и точно так же, как стенд-ин написано у Чрили, который не играет в этой игре. Играет Пайкат, играет Майнат, с которым мы уже привыкли. Лода Аки и стенд-ин Никва. Вот такой состав сегодня у Альянса. У Na'Vi состав полный, стандартный и нам привычный. Ну вот он пик. Тролль, Леон, Nature's Prophet от Альянс, Джакиро, Висп от Na'Vi. В бане Дровка. После вчерашнего испепеления в исполнении Virtus.pro Polar решили Na'Vi от этого героя избавиться от греха подальше. Нам показывают, что вот этих три героя, которые взяли Альянсы, ни разу в этом году не пикались. Ну, один из последних матчей сезона. Для Na'Vi и для Альянса однозначно последний матч года. Ну вот, впервые Альянс в последнем матче года покажут нам эту триплу. Ну и Na'Vi, вчерашняя игра против Веги с Джакиро. Очень-очень успешная игра против Веги с Джакиро. Опять-таки с Ликантропом, с Дазлом. Но мы видим, что Альянс обезопасили себя от этого и улетает нас в бан. Ликантроп улетает, Дазл. Ну и вот он, Ванскор, который на Виспе сыграл дважды в этом
сезоне Star серии и имеет одну победу на поражение. Тини Висп. Тини Висп от Нави. Стандартная связочка братанов. Ну и посмотрим, как эта стандартная связочка братанов будет работать. Ну что ж, четвертый пик от Пайката. На поддон. 176 матчей вместе в этом году. Тини Висп выдали. 54% винрейт. Неплохо. Ну и Абадон Альянс. Интересный пик у Альянс вырисовывается. 208 матчей Абадон сыграл в этом году. 53% винрейт. Неплохо. Очень много к этому винрейту добавили. В частности, Габлак и ППД. Самых два больших любителей этого игрока. Квапа для Дэнди. Ну и только не хватает саппорт Бладсикера в этом раскладе. Саппорт Бладсикер будет очень жесткий здесь. О, такой прям жесткий. Габлак, давай, мы верим в тебя. В принципе, вы понимаете, что ни Нави, ни Альянс не попадают на лан-финалы. Это, по-моему, будет первый лан-финал, на котором будет ни Нави, ни Альянс за 11 сезонов. Да. Это будет впервые за 11 сезонов, что не будет ни одной из этих двух команд. Нам показывает Дэндика на квапе. 42% винрейт. В 7 матчах выиграл 3, проиграл 4. Ну, отыгрывает он на этом герое, вы сами понимаете, очень хорошо. Ну, на всех героях этого плана Дэнди отыгрывает очень круто. Причем, если вспомнить там позавчерашний эфир, да, как Дэнди играл на Зевсе, при этом тему на Reddit создали, что Дэнди на Зевсе играет, как будто это пак. И действительно, он приблизительно так и играл. С блинком, форстафом, кучей зарядов. Там у него происходила дискотека такая, что пак еще, скажем так, более уязвимым на фоне этого Зевса оказался. Витя предлагает ворваться на Кокаст. Витя, спасибо тебе, что ты нас смотришь, но к нам в студию пришел Роман Лепехин, который уже на следующую игру ворвется. Так что, Витя, отдыхай сегодня. Готовься, потому что, может быть, переигровки нас ждут завтра, послезавтра, там, или когда уже, собственно, эти самые переигровки будут. Мы посмотрим. Слардар от Альянс, лол! Альянсы берут просто шикарный пик. Видим, четырежды в этом году брали, шесть раз они брали Слардара. Лол, Альянсы 6 раз в году брали Слардара? Ну нифига себе. Ну, если его Слардар был 164 раза взят, ну вот 6 матчей Альянса, это, конечно, много. Ну чё ж, Нави, last pick. Кого возьмут Нави? Давай. Нет, это Undying. Это Undying, и это будет толкотня линии в исполнении Габлака. Фаника на Джакиро. Дэнди будет на квапе играть. Причем это опять-таки дабла, которую мы сейчас с вами увидим. Это будет дабла Джакиро, Undying в сложной. И, собственно, это дабла. Она очень неприятная. Вот ребята из Vega G2A вчера ощутили, когда они на 23-й минуте потеряли третью сторону, что эти товарищи могут творить. Ну, давайте смотреть, как будет с Альянсами. Ну что же, последний матч Нави. Последний матч Альянс в этом, в 11-м сезоне. Последний матч и одной и другой команды в этом, 2014 году, который заканчивается уже очень-очень скоро. Там несколько дней осталось до Нового года. Я просто забыл, какое число. 26-е число, сегодня Boxing Day. Как называют его в Англии, в Америке, то есть второй день Рождества. И как раз-таки посмотрим, что здесь будет. Сейчас Ванскор будет ломать деревья здесь, да? Или что будет делать Ванскор? Да, Ванскор ломает деревья. Для того, чтобы здесь можно было делать двойные пулы. И Висп их делает очень просто с помощью своих шариков. Это факт. И фармить их может и Хвост, и Дэнди. Ну, как я и предполагал, конечно же, Габлак вместе с Фаником Даблой пойдут в сложную линию. Стоять они будут против Фурионе Байникуа, шведский довольно известный игрок, который играл довольно в многих командах. Сейчас он не играет нигде. Ну и да, действительно удивительно, что впервые также за всю историю Стар-серии Альянс является не лучшей шведской командой турнира. Потому что напомним, что на первом месте по-прежнему и самыми большими
по подсчетам аналитиков, 95,8% шансы Lions на попадание в LAN-финал идут именно шведы из Lions. Новая команда, собранная бывшим игроком команды Fnatic Эрой. Ну, здесь Майнац на Абадоне, Аки играет у нас на Лионе, на Дэнди забежали, сейчас будет, если что, Хиксуля. Ну, Дэнди забирает Баунти Руну и уходит отсюда. Но, правда, вынужден был Блинк на первом левеле вкачать Дэнди. Дэнди уходит в легкую. Дэнди уходит в легкую, хвост будет в миде. Паузу просит Ванскор. Ну, в миде против даблы хвост Ванскор будет стоять Пайкат на тролле. Ну, и, может быть, Абадон Байнманадс будет ему помогать. Аки же на топе вместе с Лодой будут стоять против Дэнди. И Леон Слардар против Квапы. Это очень неплохая линия. Майнац пишет. Давай! Поехала! Ну и здесь. Здесь Фуриону, конечно, будет жутко печально. И Фаник будет иметь огромный крипстат и очень хороший левел. Фаник, вот вчера, вы помните, когда против Веги, если вы смотрели игру, Фаник вынес у нас Родофатос, по-моему, на 12-й минуте. Ну а дальше там, дальше было все хуже и хуже. Конечно же, для Веги. Нет, все-таки Майнац перебежал на нижнюю линию. Будет он пытаться помогать здесь Фуриону. Но Фуриону здесь будет жутким образом тяжело. Понятное дело, что подставляться ему не стоит. Ну, хотя вот так вот настолько далеко стоять от линии ему тоже не стоит. Ему, может быть, стоит как-то, я не знаю, где-то экспу выйти и пополучать. Да ладно, пока он видит Габлака, начинает ему настрелить. Габлак ничего не качал на первом левеле. Не спешит пока Артур. Что качать, решит чуть потом. Ну, а вот он хвост в миде. Вот то, о чем я говорил. Здесь спаун и здесь спаун. Браво, Ванскор. Ванскор знает, что делать. И через минуту он сейчас порегенит хвоста, похарасит немного пайката и опять пойдет делать еще одни спауны. Вот как раз таки перелетела банка. Регена будет хватать. То есть в этом плане у Нави есть четкий план. Вот он, Дэнди. Станчик. Тут есть телепорт. Дэнди, конечно, убить очень тяжело. А вот наоборот, у Аки могут быть проблемы. У Аки могут быть проблемы, если он вот так вот будет подставляться. Потому что вот пришел сюда Габлак. Ну, это, кстати, странное решение. Вы знаете, может быть, Дэнди действительно дал инфу, что мне здесь тяжело, и мне здесь будет стоять очень-очень-очень неприятно. Да, ну, только-только убил первого крипа. Но на свой изначальный план Нави забили. И оставляет Фаника одного в сложной линии против даблы. Это даст возможность пофармить на Edge's Profit, это факт. Ну, а на топе этот самый Слардар, да, конечно, Слардару будет неприятно. Но Слардар свои крипстат, своих крипов, свои деньги он получать будет. Что по Дэнди? По Дэнди левел 2 пока непонятно, как он будет раскачиваться. Будет ли он там, может быть, максить Dagger, либо там Scream of Pain. Ну, поглядим, как будет играть эта квапа. Понятное дело, основной упор в этой игре должен быть, должен быть сделан именно на Тине с Виспом. Потому что вот эти ребята могут решать матчи. И мы это не один раз видели. Что несмотря как ты начнешь, несмотря насколько у тебя хорошие расфармленные герои, можно один раз попасть под Тини с Виспом и, собственно, быть растоптанным. Аки, хорошо! Хекс, тут залетает Фурион. Проблемы огромные. Еще и двоих капнул Аки. И Ферстблад в исполнении Альянс. Браво, еще закрыли хвоста. Расстреливают. Просто шикарно залетел Фурион. Хвост засыпает двоих. Но Фурион продолжает его расстреливать. И минус хвост. Отлично. Просто отлично. Альянсы. Быстрые два фрага. Пайкат, братан! Ух, как же ему тут повезло. 40 хп остается. Тавр успел переагрить Пайкат в последнюю секунду. И остается в живых. 2-0 Альянс. Отличное начало. И вот то, что я сказал, что надо упор делать на Тине Виспа. Да, действительно, надо делать упор на Тине Виспа. Дэндик на топ. Тем временем вот начал получать крипов. Ну, Слардар этих самых крипов ни на секунду не терял. Здесь хороший дабл спаун крипов был сделан лесных. И мы видим, подбивает их. Или он, и Слардар получает экспу. Ну, в любом случае, пачка крипа умирает. И тут хорошо пришел Габлак своевременно. Пытается немножечко экспы подлечить. Может быть, убить даже нескольких крипов. Ну, а тут Дэнди. На Пайката. И проблемы огромные могут быть у Пайката. Прыгает Дэнди. Заслоил Пайкат. Хорошие топоры. Но здесь же и Тини. Никва пришел рядом. Пайкат по-прежнему живой. Капнули Ванскора. Ванскора огромные проблемы. Ванскор погибает. Пайкат тоже умер. Ну, и остается один хвост против троих. И это минус хвост.
очень хорошо действует Фурион, очень своевременно залетает. Ну и вот Killing Spree уже у Nature's Profit. 3-0-1. Radiant's top tower is under attack. Ну что, Габлак на топе, мы видим, получает экспу, пока нету здесь Дэнди, да, хвост мид опять-таки вернулся. Но вот у Слардара по-прежнему все очень даже в порядке. Ну и, кстати, не стоит умолять того, что и у хвоста все хорошо, несмотря на две смерти. Очень интересно, конечно же, раскачка лоды. Габлак. Капнули. Будет ли еще Хекс? Том, Тамба стоит. Габлак. Солдри первого левела. Тут же Квапа. И отгоня... Ой-ой-ой, как больно-то здесь получается Слардару. И надо уходить отсюда. Очень вовремя прибегает Дэнди. Спасает, собственно, Габлака. Да еще и сразу расхарасил немножко так лоду. Лода убегает отсюда. На базу регенится. Опять-таки, ТП у него нету, поэтому надо будет пешком бежать. Майнац снизу получает экспу. Ушел отсюда Фурион, он всю игру где-то бегает. Кстати, вы посмотрите, как все хорошо у Фуриона. У него 16-1 крипстат, но за счет трех фрагов и одного ассиста у него уже 2-0 и ПТшка. Уже. На 6-й минуте. И этот Фурион очень опасен. Да, у Джакира... 31-7, у Джакира шикарный крипстат, но у него 0-0-0. И Фаник линию не пушит, потому что там постоянно какая-то трипла, дабла, ну, через макропиру, зато фармит крипов в лесу. И, кстати, смотрите, зафармил абсолютно всех. Ну, тут вот волк вот этот бежит, Фаник говорит, тоже заберу его. Фаник чуть не поплатился за наглость, но оказались у него все-таки два тангуса, поэтому спокойно ходит отсюда Глеб. И в разные стороны все поразбегались. Аки засловили его. Дэнди за ним. Есть блинк. Хиксует Дэнди Аки. Тут Тамба. Аки должен здесь погибать. Хотя Фурион, Майнац. Рядом Майнаца без ничего. Майнац. Ну, правда, как без ничего, если у него есть апофиг шилд. Дэнди, как больно. Дэнди получает. Дэнди не ожидал, что там такой лютый дэмэдж, собственно, от Фуриона. Уже залетает все-таки ПТ на инту 2-0. И там, конечно, Фурион уже наваливает очень серьезно. Но в любом случае, двоих смогли убить здесь Нави. Да, сами тоже двое отправились в таверну. Но вот Дэнди, конечно, умирать в таких случаях не стоит. И Фурион, опять-таки, получает огромное количество денег. 1200 голды у Дэндимона. Ну что же, хвост. Мидя. Ну тут очень больно Пайкату. Прям нереально больно. Я даже не успел заметить, где он был во время смерти. Где-то он в воздухе там летал. Когда, собственно, Дэнди разультился в него. Да, ну этот минус Пайкат. Снизу посмотрите на наглость этого Фуриона, который залетает вот сюда вдвоих. Будет ли хил по Фанику? Нет, хила не хватает. Там Бугаблок стоит поздновато. И хватит ли дэмджа у Габлока, чтобы сбить? Стрик Никви не хватает. Буквально одного удара. И мега-килл Никва уходит домой. Очень битый. У него там Коля 50 хп осталось. Снизу Майнац. Есть у него ультимейт. Хвост ждет кого-то. Кто при ТПшце? Это Пайкат. Мимо топоры. Хвост выбрасывает Пайката обратно на линию. И здесь тут Никва прилетел. А Никва-то сейчас очень-очень желанный фраг. Но хвост тут может наполучать. Еще два удара. Есть хил от Габлака. Габлак уходит отсюда. Нужен рядом Дэнди. Но Дэнди нет ульта. Дэнди на топе. И у Дэнди кулдаун на телепорте. Поэтому проблемы огромные у Сашки. И он погибает. Вот так вот. Что-то интересное они друг другу сказали там. Слардар и Тини. Я не разобрал, что сказал Слардар. Но Тини сказал, что ты не можешь умертвить камень. Не расслышал я, к сожалению. Интересные вот эти реплики все-таки в доте, когда люди друг друга убивают. Мне нравятся подколки, которые имеются, да, когда виндранер пробегает мимо Патмы, она всегда отвешивает ей комплименты, типа, у, ты клево сегодня выглядишь, у, какой у тебя прикольный кошак и так далее. То есть, ну, очень много разных есть таких фишек, на которые мы не всегда обращаем внимание, но они есть. Мы уже об этом не один раз говорили, что из этого и складывается, собственно, успешная игра, где
много-много внимания уделяется именно мелочам. Фаник на этот раз собирает все-таки Джакиро по более-менее стандартному билду, то есть будет покупать ранний Иул, не стал он, как во вчерашней игре, делать там Рудофатос. Хотя Рудофатос и Иул — это, в принципе, схожие артефакты в плане полезности для Джакира. Да, самое главное — фиксировать товарища и приморозить его. То есть Иул поднимает ветра, через 2 секунды замораживает, да. Рудофатос просто не дает убежать. Ну, Рудофатос полезнее ветро, потому что он как бы дает очень много статов. Ветра дают, конечно же, намного меньше пользы. Но вот ветра дают вот эту вот активную, очень хорошую способность. Ну и не забываем про move speed, что, конечно же, немаловажно. Ну, вот Фаник фармит макропирой снизу линию вместе с габлаком. Активно они ее толкают. Надо тавер продолжать поджигать. Все-таки есть уже в 4 Liquid Fire. Вышка горит. Правда, не так, как она горела до патча. Мы помним, что раньше дэмэдж было немножечко побольше, да. И сейчас, по-моему, было 30 burn damage, а сейчас 24. То есть по 12 по тауру бьет, учитывая его 20 армора. Ну, все равно неплохо, как бы, да. А Фурион с мекой. Фурион с мекой. Я думал, что Фурион будет идти уже в лютейший дэмэдж, да, а потом будет собирать меку как-то там позднюю, минутик 22-3. Но тут, оказывается, не так решили сыграть шведы, и Фурион покупает меку. Это значит, что шведы сейчас пойдут драться. Альянс просто должны идти драться. У них, в принципе, все отлично. Вот у Лоды 1300. Лода пытается, наверное, выформить не ПТ, а дальнобыстрый даггер. Ну, кстати, возможен вариант с Мидасом. Почему бы и нет. Ну, вот ситуация такова, что сейчас на трех линиях Нави линии толкают. Вот минимум снизу заденайн в тавер майнатсом. В миде продолжает хвост тут держать напряжение пайката. На топе Дэнди очень серьезно уже расхарасил вышку. Там она уже, кстати, денайбл. Дэнди в инвизе. Пока не палится, ждет он. Ну вот, не дождался он, пока выйдет сюда Аки. Ну вот Аки будет сейчас пытаться надурить Дэнди в миде по поводу тавера. Получится ли? Вводит на себя крипов. И Фурион здесь. Дэнди сразу же давай хитаться с них войну. Это не самая хорошая идея, потому что можно получить в лицо хекс. Правда, видел Дэнди, что там нет маны у Аки. Но тавер второй. Тавер Альянса денает. Очень хорошая игра команды Alliance на данный момент. 12-я минута. 8-6 они ведут. Заденаили обе вышки. Нави недополучают огромное количество денег за счет этого, да. Ну и вот хвосту надо где-то калядовать на хорошие артефакты у хвоста. Тем временем барабаны летят уже к нему. У Фаника есть уже став, у Дэнди есть угрклаб. Дэнди делает БКБ. Ну, тут понятно. Леон, Абадон, Слардар. Тут без БКБ вообще никуда. Тем более такому мобильному герою, как Квапа. Хотя он может сделать агоним. Вполне это возможно. Но мы видим по крипстатам три топ-героя, конечно же, у команды Na'Vi. И только Фурион впереди их по нетворсу. Очень сильно отстают Слардар и Тролль. И по деньгам... там в миде минус Джакиру. Они не в миде, на нижней линии минус Джакиру. И по деньгам Na'Vi впереди. Они ведут 3000. Да, они забрали два тавра, оба были заденайны. Но вот то, о чем мы говорим постоянно, что Na'Vi, несмотря на то, как идет игра, какое количество фрагов у соперника, что происходит, если игра более-менее равна, Na'Vi всегда впереди по нетворсу. Вот просто всегда. Где они эти деньги берут, это уже другой вопрос. Тут надо многим командам учиться у Na'Vi в этом плане играть, да, потому что вот этот элемент игры действительно у NetSwindler поставлен очень хорошо. Да, понятное дело, что другие элементы игры, в частности, стратегические, правильные мувы, там, мид-гейм, у Na'Vi поставлен довольно печально. У Na'Vi довольно узкий на данный момент набор стратегий, но это понятно, мы уже это вчера обсуждали, что все-таки... Когда почти 2 недели отсутствовал и Дэнди, и Ванскор, не могли они тренироваться. И вчера прям с корабля на бал, то есть позавчера они там заехали на игры Старладера решающие. То есть да, но откуда ты возьмешь наработки, какие-то стратегические тренировки, если у тебя нет возможности тренироваться? Тут, кстати, Аки пытался зайти в смоук, спалил там эту фишечку Дэнди. Так что Na'Vi доигрывают, скажем так, этот год на морально-волевых, скажем так, на опыте пытаются. Но мы видим, получается, не самым лучшим образом. Тоснули габлака, забрали тавр, есть телепорт. И отменяют его, конечно же. Ну вот вы знаете, сейчас уже довольно сложно альянсам драться. Ну хотя, а что сложно? Что сложно? Есть даггер, если Стардар хорошо ворвется, если заедет Фурион, то с мекой, в принципе, альянсы в 5 на 5 могут довольно неплохо по... подраться с командой Na'Vi. Но тут все-таки Висп с хорошим слевелом. Там и у Джакира уже все очень хорошо. У него ветра уже должны лететь, да? Да, летят ему уже ветра. Чейнмейл у габлака там появляется. Минус ванскор. Ну вот загулял у нас Висп. И его тут же убили. 10-й фраг.
Вот шведы красавцы. Шведы вылавливают по одному игроков Нави, убивают их. То есть очень четко в этом плане действуют. Молодцы. Ну и пикат. Пока фейзы. Рейсбенд. И банка. Ну, пайкат свое вынесет. Это пока. Дэнди. И проблемы огромные у Дэнди. Прилетает сюда Вист, но это будет поздно. Кстати, можно забрать Нику или же Лоду. Забрали Лоду. Никва и нечем проесть. Но за... Смотрите, барабаны. И у Никвы могут быть проблемы, если он не застопит. Засыпали его. Будет ли тот еще один у Хугаста? Вот он тос. И это минус стрик. И это минус очень серьезный стрик. Хвост делает дабл килл, зарабатывает 11 левел, зарабатывает очень много денег сейчас. Вот видим смерть Дэнди и убийство двоих. Это 1000 голды плюса и 1200 экспы для Нави. То есть, ну вот здесь очень хорошо среагировали, в принципе, хвост вместе с виспом. Если бы там еще, конечно, Дэнди успел выйти со стана и как-то отблинковаться, было бы, конечно, очень круто. Но Дэнди выдал максимальный ДПС до смерти и, в принципе, хвост этим полностью воспользовался. ПТ приобретает тем временем Лода, становится немного плотнее. Сразу же есть у него смоук, но 9-й левел, в то время как хвост уже за 12-м побежал. И, как мы видим по экспириенсу, хвост на одном уровне с Фурионом, которого он только что убил. Про 10-й левел у тролля также. Тролль, мы видим, понемногу приближается к Дэнди по нетворсу. 4500 у него, Дэнди 5200. Уже не настолько заметно отставание Пайката, скажем так, от кор-героев и своей, и чужой команды. Ну и Нави, понятное дело, на данный момент серьезно выезжает опять-таки по нетворсу за счет того, что очень много денег нафармил Джакиро. Как ни крути, третий нетворс, Джакиро продолжает фармить леса. Правда, очень-очень-очень это рискованная позиция, могут его здесь поймать. Опять-таки, есть Леон, есть Лардар, так что надо быть предельно осторожным, конечно, Фаник. Ну, вот на хосте уже можно немножко побоковать. Макропира, и неплохо тут, конечно, Фаник фармит, продолжает огромное количество денег получать. Ну вот, Джакира, в принципе, так и надо играть. Не надо стесняться тратить Макропиру, она очень-очень маленький кулдаун имеет, как бы. И фармить с ней даблстак какие-то в лесу, это прям... Очень круто. Габлак. И Габлак уходит. Просто пешком. Дэнди прыгнул. Немножко поорал. Что, будет ли ультовать, чтобы... Ну, через 10 секунд будет ультовать. Глиф у Нави есть. Тут, смотрите, очень много крипов. Слардар прыгает на Габлака. И есть фортификейшн. Габлак ставит тамбу, но погибает. Тут хвост, и под тамбой очень неприятная драка может быть. Минус Лардар моментальный. Леон ультанул ванскора, но не убивает его. И Пайкат по дурной. Дэнди ультом накрывает всех. Никва Меку дает слишком поздно. Майнац пытается его засейвить, сделать тип-аут. Его тут же поднимает ветра. Никва в таверне и Майнац, у которого нет ульта. И это ультра-килл от Дэнди. Минус 5 от Нави. Как же повезло Нави, что успели... Что успел Габлак перед смертью поставить тамбу. И вот та смерть Габлака осталась единственной в этой драке. Хвост с Дэнди ворвались и разложили у хвоста. Очень-очень по таймингу под эту драку появляется Аганим. Шикарнейший врыв. Переживает висп ультимейт Леона. Ну и а дальше Дэнди пришел и порядок навел. Ультракилл от Дэнди. Сразу очень много у него денег. Летит в курице ему Блэкинг Бар. Ну и Нави сейчас, конечно, очень сильно перевернули эту игру в плане и графика, в плане экспы. Ну, правда, как перевернули? Довернули, скажем так. Потому что они выигрывали до драки где-то 5000. Сейчас, после драки, это будет уже намного... Дэнди! Дэнди, есть блинки? Успеет ли? Да, Дэнди успеет. Тут Фурион, но дальше уже не успеет. Дальше уже Дэнди не успевает. Да, и теряет сразу же свой доминейтинг, который заработал буквально минуту назад за одну драку. Сильный-стильный Дэндимон. Фаник. Есть у него ветра. Поднять не знает кого. Ну и Фаник тоже погибает. Ну вот, Нави провели отличную драку. Успокоились. И альянсы их сразу начинают шлеп-шлеп. Одного, второго. Сейчас еще подставится Габлак. Вот он Фурион. Да, Габлак тоже подставляется. Тут нет смысла ставить не тамбу. Но он ставит, конечно, тамбу. И пытается еще и в ультимейте уйти. Кстати, а где Слардар? Тут Висп летает. Лол, может быть интересно. Висп летает на Никву и на Пайката. Вместе с хвостом Никва выживает. Там Габлака уже убили. И хвост понимает, что, наверное, не туда он встрял. Минус Висп. И хвост тоже в таверну. И минус 5 в ответочку от команды Альянс. Шикарная игра. Минус 5 туда, минус 5 назад. И Альянсы только что проигрывали 7500 голды. Они сейчас зарабатывают только за последних трех героев 3500 экспы и 3000 голды. И отыгрывают абсолютно все. Вот было 7600, сейчас станет 2500. По XP будет 0. Просто 7500 XP, 7500 голды отыграны за одну драку. Причем это не драка, это просто смерти Нави. Рандомные смерти Нави. Поехала Макропира.
Надо отойти отсюда, Альянс. 23 секунды до появления хвоста, но у него нет релокейта и... Еще и приморозили. Дэнди, ультимейт под всем, БКБ, разорался Дэнди, но тут хил и минус Дэнди. Баш с первого удара. Ну, по-моему, Нави только что так залили эту игру, это просто жесть. Ой-ой, паника, не достали под копом, до конца за ним бежит Майнац. Майнацу тут может быть больно, у него ультимейт на кулдауне, подняли его ветра, здесь же вид. Да, Майнац, скорее всего, погибнет здесь. Апофиг шилд сбивают, и это минус Майнац. Но, ой, да ладно, Майнац еще и динается. Like a boss. Знаете, вот такая есть классная фраза, вот качественно залили игру Нави, вот именно качественно. То есть есть вот тупые вот там китки, тупые фровы, а тут именно качественно, так красиво. Именно по одному пошли, сдохнули, запрыгнул Дэнди на Рошана, включил БКБ, с первого удара получил баш, сдох, никого не продамажил, и все. Денег нет, экспы нет, по баблу проигрываем, по экспе проигрываем. Ну, Альянс, понятное дело, пользуется этим. Причем пользуется без каких-либо угрызений совести. А чё им? У Альянса этот сезон и так очень ужасный. Они там в какой-то момент были вообще на грани вылета в про-серию, но набрали нужное количество побед. В про-серию они не вылетают. Переигровки им играть не придется, они просто будут ждать начала 12-го сезона, который стартанет уже в середине февраля, то есть через полтора месяца. Ну что, Альянс видит габлака. Если габлаку не дать поставить тамбу, то драка будет выиграна вообще в ноль. Вот Артур подставляется. Пеньки еврит, окей, тамбу поставил. И тамбу сразу бить. Сразу бить, тамба потеряна моментально. Прыгает Слардар, тамбу убили. Габлак в секунде минус. И видят Дэнди. Хиксуля и ультимейт от Леона. Бзн. Минус Дэнди, БКБ не успел. Фаник тут не знает, что делать. Хвост тем временем фармит себе Кирасу вместе с Ванскором. Ну, тут надо как-то возвращаться в игру. И хвост понимает, что нужен дэмидж. А дэмиджа пока не хватает. Потому что там уже появляются серьезные артефакты. Здесь Сенджин Яша. Здесь там вообще Тараска скоро будет у этого Слардара. Тут Мэлштром и 3500 голды сейчас будет. Леон с левелом. Абадон 11 левел. Еще один тауэр забирает. Куда? Что это за ТП? Ага, там Фаник умер. Фаник поднялся в ветра, еще может раскастуется. Хвост летел в двоих неплохо. Фаник погибает. Погибает Ванскор. Хвост Хиксия. И хвост тоже погибает. Ну что же, легкие и редкие. Шикарный камбэк от Альянсов. После ультракила расслабились очень сильно ребята из Нави. И за это моментально наказаны. И еще и габлак на базе минус. Дэнди пытается раскастоваться. Ультимейт Дэнди. Понятное дело, там сразу же апхил от Никвы. Дэнди единственный, кто сейчас живых, но отсюда должны уйти. Альянс все-таки Т2 Тавр стоит, да? На Т3 нельзя пойти. 24-14, вы просто посмотрите. Вот он ультракил Дэнди, да? Было это всего-навсего 6 минут назад. Каких 6? 18 минут было, 4 минуты назад. И после этого просто... Заливай. На руках у меня заливай. Заливай под пение дождя. Заливай, где Старладра кончается сезон, ты найдешь 7-е поражение. А, ладно, песенки это такое, ну, минус Т3, Т1, Т2, Т3, потеряли Натус Винсеры здесь, ну и, конечно, Альянс не собирается отступать. У Альянс уже нереально плотный получается Nature's Profit. Что он сейчас купил? А, он купил Blacking Bar. В принципе, да, в принципе, неплохо, но мне кажется, что лучше было бы в Damage. Вот мне кажется, что надо было, наверное, грейдануть просто-напросто Мэлштром в Мьёлнир, вешать его на того же тролля, и вы просто представляете, что происходит, да? Когда тролль вот это валит там под его, собственно, батлтрансом, и вылетают вот эти молнии, там не поможет тебе ничего абсолютно. У тролля, кстати, ДДшка есть. Альянсы могут сейчас пойти с этой ДДшкой просто пробежаться вот сюда, вот по нижней линии. И там тоже стоит Т1, там тоже стоит Т2, и там готовы ребята из Нави прилететь. Хвост купит Кирасу, но хвост без БКБ здесь ничего не сделает. Он влетает в толпу, он просто тупо получает сразу хекс, ультимейт получает ванскор, и все. ГГББ на уре. Шансов выиграть драку очень мало. Вы посмотрите.
вот так вот, 5000 нетворса и 7000 экспириенса. 6000 экспириенса ведут сейчас шведы. Еще один тауэр падает. Надо идти на Т2. Ой-ой-ой-ой, там поймали у нас Дэнди. Дэнди! Хекс, подкоп, минус. БКБ не помогает. Пропал Аэгис, так и не смогли выбить его Нави со Слардара. Ну, Слардар 2700 действительно решил просто после блинка лода сделать Тараску. И если в любой нормальной игре, скажем так, я бы назвал это решение немного спорным и не совсем правильным, то здесь получается неплохое это решение. Так, подняли ветра тролля, приморозили его. Тролль не обращает внимания. Тамба разбить. Разбить очень быстро разбивает тамбу. Минус Т2. И можно уйти, попытаться забрать Т2 в миде. Либо же можно пойти на Т3 и заставить Нави лететь сюда. Напомню, что Т3 на топе уже нету. Леонтий Аганим покупает. Просто прилетает Висп с Тини просто туда сразу. Шварк по пацанам. И лес фармить прикольно ультимейтом Леона, если у тебя есть Аганим. Делаешь вот здесь 4 ripple stack, подбегаешь просто ультом. Бзн, и они все зафармились. Зафармлено. Как потрачено, только зафармлено. Самое удивительное в этой игре то, что на первом месте по нетворсу умудряется идти хвост. 3-5-5, и все равно умудряется Александр где-то брать эти деньги. Да, он играет на Тони, но карта, кажется, контролируется шведами полностью. У Дэнди тупо в два раза меньше нетворса. И хвост все равно умудряется фармить всю карту. Силен неплох. Тут тем временем план капкан от Пиеката. И будут Нави сейчас заходить в бочину. Хотя Нави... Нет, не-не-не-не, альянсы передумали, уходят в другую сторону. Нави... Вот если бы альянсы пошли туда, когда надо, они бы пошли, нашли бы тупо хвоста вместе с Виспом. Это был бы очень легкий файт для них. Хотя все равно не могут найти, смотрите, они между рамами выходят. Так, все, сейчас надо шепотом говорить. Слардар! Привет, Дэнди. Дэнди БКБ. Пройдет ли баш с первого удара? Нет, не проходит. Дэнди уходит. Поставили тамбу. Тамбу надо быстро убить. Тамбу сносит пайкат моментально. Ловит габлака. Габлак. Приплывалити. И там еще и поймали у нас Фаника. Фаник сейчас получит палец смерти. Ну, Майнац. Ну, куда ж бить Майнац? Майнац-то попробуй его убей. Минус 2 делают Alliance, но нет маны, потратили все. Майнац без ультимейта, поэтому надо убегать от хвоста. Есть байбек от Фаника. Волевой байбек, и Глеб в атаку. Сейчас пойдет команда Нави или нет? Или не пойдет. Бараки на топе крипы, кстати, бьют. Хвост, сейчас будет прыжок на хвоста. Слардар на Дэнди. Дэнди, проблемы есть, башу по Дэндику. Слардар, кстати, могут здесь неплохо так подамажить. Но тут проблемы у хвоста. Какой лютый дэмэш. Слардар там погибает. Хвост тоже развалился. БКБ у Пайката. Монстр килл у Никвы. Шикарнейшая игра стендына, вы знаете. И на Фаника он залетает. 4200 у него уже денег. Опять-таки минус хвост и ванскор здесь. В размен на одного Слардара. Ну и 29-15. Уже двукратная разница фрагов между этими двумя коллективами. И, по-моему, Альянс не собирает останавливаться. Не собираются останавливаться, конечно же. 28 минут игры прошло. Шикарный матч. Мне очень нравится игра. Но опять-таки радует, что над командами не давлеет какое-то турнирное положение. Да, они могут показывать свою лучшую доту, веселую доту. Опять-таки у нас следующий матч будет, вот следующий матч, да, который мы с вами посмотрим. Там Lions будет играть против Power Rangers. Там будет, вы увидите, насколько будет игра отличаться. Что там команды будут потеть. Та ужаса, потому что победа в том матче Lions выводит напрямую в финалы киевские. А ПР проигрывать вообще ни в коем случае нельзя. Что любое поражение ПР выкидывает с ранга претендентов на лан-финалы. Что Лода пытается на топе кого-то найти. Пока это у него не получается. Ну и Никва у нас, мы видим, купился, и ультимейтор будет делать Хиксулю. Тоже хорошее решение. Опять-таки у Нави Дэнди там 7-секундное БКБ, скоро оно будет там 6-5, и просто лови, убивай. Здесь габлак мы видим с двумя чейнмейлами. Что-то задумал Артур, два чейнмейла.
Какая-то интересная затея. Какая, я не знаю, но какая-то, видимо, очень интересная. А в миде ловят Пайката? Ну нет, ловят не Пайката. Ловят того, кто ловил. Фаник минус. Очень быстро. Мегакил уже Пайкат. 5-3-14 у него. Т2-тавр в миде дефит на вям просто физически нечем. Ну, есть тут Габлак, который может, кстати, встрять, если сейчас... Да, ну, встрял Габлак. Просто расстреливает Габлака. Ничего он не успевает сделать. Ну, Хвост тем временем пытается сплитпушить. Хвост пытается зарабатывать какие-то деньги для Нави, но им сейчас придется дефить Т3 и придется дефить втроем. То, что Джакира байбека не имеет. Глиф у Нави есть. Ребята, это минус две стороны. Побежал уже на топ у нас Леон, поставил вард. Хвост забрал Т2 до Т3. Ну, может быть, и дойдет, но смысла с этого немного. Даже могут альянсы сейчас спокойно забивать на ту сторону. Альянсы забирают мид. Пока только Пиджей вместе с ним Лода. Никва на топ надо бежать. Лода уже туда отправляется. И ТП вниз. Тут Хвост забрал Т3 и почти забрал бараки. Стардар на ванскора. Хвост забирает барак и погибает здесь. Да, тут, конечно, ему не уйти. Его закрывают в комнатке с Лода. И Лода испепеляет. Нет байбека у Хвоста. Там тем временем на топе какой-то лютый экшон. Фаник. И, кстати, будет пытаться убить Пиджея. Но тут попробуй под Абадоном убей кого-то. Абадон еще и ультимейт. Залетает Никва. Начинает бить Дэнди. Неправильное решение. Надо было бить Фаника. Фаника бы убили. Но самое правильное решение это бить милишный барак. Ну, тут, в принципе, дэмэджа хватает. Поэтому можно не переживать. Минус вторая сторона. Минус вторая сторона. Остался ренжевой барак, у которого 300 хп. Который для Пайката, это, понятное дело, 4 выстрела. Но вот немножко не добил он. То есть Нави теряет две стороны. У них еще 30 секунд не будет Тини. А решил Лода... А Лода там купился все-таки БКБ. Не стал он делать Тараску. Просто Виталити Бустер, БКБ. Ну, в принципе, тоже правильно. БКБ, конечно, против Квапы. И вот мы видим, что есть 3 БКБ. И, в принципе, ничего King of Pain сделать Альянс не может. Против 3 БКБ и против Абадона ты можешь хоть головой в стенку биться, но... Продамажить, конечно, у тебя не получится абсолютно никак. И вот Дэнди 5-6-6 и, собственно, 15 левел, но дэмэджа в драках он вносить физически не может, разве что Аки может убить или пытаться как-то продамажить майнаться. Что тоже, в принципе, не всегда хорошая затея, да, потому что ну, майнаться попробуй еще продамаж. У него же есть ультимейт. Владмир, 15 левел, стики, урнувшая. Ну вот-вот, идеальный Абадон. Вот против такого Абадона настолько тяжело играть, но что он выхиливает, ну, я не знаю, каким образом. Ну что, all-in от Нави, по миду надо идти что-то придумать. Дэнди зря на топе находится сейчас. Его Фрион через Хекс убивает в соло? Да, в принципе, убивает. Там 1000 хп, конечно, убивает. Хвост Т2. Пытается убить. Поймали ванскора в лесах и быстро убили. Хотя нет, ванскор жил еще чуть-чуть, но это чуть-чуть уже закончилось. Фаник. Фаник. В ветрах, блинкаут, Фаник выживет, может быть. А, нет, не выживет. Фаник, ловят его, Хекс. И тут все, конечно, примерзли, но Фаника все равно убили. И Викицит пока. 36-15, когда на фраг делали последний. Ну, тут только бараки. Вот. Вот. Нави последний раз делали фраг, когда Дэнди делал ультракил. Это жесть. И тогда был счет 15-12. После этого 24 фрага подряд делает команда Альянс. Это, конечно, качественный, продолжая поддерживаться этого слова, качественный такой слив игры. Так, надо постараться. Да, ну, конечно, расслабило немного Нави вот тот самый ультракил в миде. И вот если бы они не пошли тогда вот в первых там 2-3 минуты после этого ультракила, не пошли просто по всей карте фидить, может быть, дела бы шли бы очень хорошо у них. Но, к сожалению, их там поубивали. И вот сейчас, конечно, шансов очень мало. Запрыгивает Дэнди, ультует, но в БКБ. Габлак уже погиб, Хвост тоже погибает, с баша просто не вышел. Ну и там байбек еще от Хвоста. Ванскора поймали в Хекс, Ванскор все еще жив. Неужели Альянсы уйдут? Нету Габлака. Так, Никву надо спасать. Никву убивают. И вот он, фраг от Нави. Тут же байбек Никва возвращается в драку. Здесь Слардар. Слардар, кстати, может умереть, но у него Аегис. Теперь фуловый Слардар. Тролль нарезает Хвоста.
Пошел в милишную форму. Проблемы у хвоста. Встань он хвост под Amplify Damage. Минус армор. Ну, один у него армора было, вы сами понимаете. Замороженная вся команда Alliance. Хвоста не будет 90 секунд. И залетает Дэнди. Моментально погибает. Тут же делает байбек. Габлак. В станом не попадает Лода. ТП сюда делает Дэнди. Получает тут же хекс. Сразу с ТП подкоп. Слардар. И минус Дэнди после байбека. Вот так. Ну, теперь фактически точно ГГ. Good game well played. Браво, Альянс. Браво, Альянс. Спасибо Альянсам и Нави за участие в 12-м сезоне. В 11-м сезоне. Увидимся в сезоне 12-м. Команды уходят на новогодние каникулы. И уже, я думаю, где-то в январе в других турнирах, может быть, мы увидим и Нави, и Альянс. Да, Нави проигрывает и заканчивает сезон с очень-очень-очень печальным положением дел, скажем так. ГГВП. Ну, что тут можно сказать? Сейчас мы посмотрим с вами турнирную таблицу после окончания этой игры. Уйдем на короткую паузу и вернемся на супер-матч в исполнении Power Rangers Alliance. Матч, в котором первый из трех сегодняшних матчей, в которых будет решаться судьба путевок на LAN-финалы. Альянс побеждают. Для них это шестая победа в сезоне, если я не ошибаюсь. Заканчивают они 6-9. Для Нави это шестое поражение в сезоне. Заканчивают Нави 9-6. Так много Нави на Старладре не проигрывали. Ну и во второй раз в своей истории после седьмого сезона Нави не проходят на финалы Star серии. У Альянсов же тоже, по-моему, в первый раз Альянсы, когда уже называются Альянсами, они в первый раз не попадают на ланы. С момента создания этой команды Альянсы всегда попадали на лан-финалы. Абсолютно всегда. И вот это первый сезон, в котором шведы не попадают. Статистика на ваших экранах. Мы видим Никва, стендин команды Альянс. 18 фрагов, 9 у Лоды, 8 у Пайкат, Дэнди 5, Аки 5 фрагов тоже клипанул. Ну и тут все ясно. Тут все ясно. 10 ванскор, 9 габлак, 9 хвост, 8 Дэнди, 7 фаник. Ну, дэмэдж, опять-таки, Никва и Пайкат, которые у нас в роли стендином играли, да, поэтому не внесены в базу. Хвост и Дэнди на третьем-четвертом месте, кстати, больше Лодена выбивали. Ну, давайте таблицу глянем. Вот на таблица Нави 9-6. На седьмом месте так и закончат Нави выступление в этом сезоне. Альянс 6-9 на десятом месте. Точно так же Альянсы заканчивают выступление в этом сезоне. Делят десятое место они с Virtus Pro. Ну, еще Basically Unknown могут с ними сравняться, да. Ну, или могут Basically Unknown выиграть сегодня игру X-Game, да, и выйти на место седьмое. Ребят, мы уходим на паузу, и начинается самое интересное, самое важное, потому что прямо сейчас первая игра из разряда матчей, которые определяют исход, собственно, целого сезона. Power Rangers против Lions через несколько минут. Никуда не уходите.